Настоятель церкви святых Иакова и Филиппа в британском Челтенхеме отец Ник Дэвис решил по-новому отметить праздник Троицы. Объясняя сошествие Святого Духа на учеников Христа, он использовал трюки факира, сообщает русская служба BBC. На службе присутствовали около 150 прихожан. По словам священника, служба прошла без каких-либо происшествий. Для соблюдения правил пожарной безопасности от алтаря отодвинули стенды.